Друзья, всем привет! Вы снова на канале Моторика. В нашем очередном выпуске мы расскажем вам об экипировке от компании X-Wipe и конкретно о топовом спортивном шлеме X803 и его модификации RS. Итак, бренд X-Wipe – это отдельная торговая марка компании Novan Group. Напомню, Novan Group – это один из крупнейших итальянских производителей мотоэкипировки, который производит, собственно, шлемы уже практически 50 лет. Бренд X-Wipe появился в 1998 году и стал ответом на бурное развитие индустрии производства шлемов из композитных материалов. Поэтому в компании приняли решение выделить все шлемы из композитных материалов в отдельную линейку, в отдельный бренд. Продукция X-Wipe рассчитана на самых опытных мотоциклистов и профессиональных мотогонщиков. Все шлемы, и в том числе новые модели, проходят испытания в независимых лабораториях, а после этого попадают на тесты к профессиональным мотогонщикам. В разные времена пилотами X-Wipe и в целом компании Novan Group были такие знаменитые мотогонщики, как Кейси Стоунер, Хорхе Лоренцо, Карлос Чека, Данила Петруччи, Алекс Ринс, Арон Канет и многие-многие другие. И приятно, что эти имена ассоциируются непосредственно с этим брендом, и у многих это вызывает определенный уровень доверия. Итак, шлем X-Wipe X803 Ultra Carbon – это результат экспериментов, успехов, неудач и колоссального опыта компании Novan Group в профессиональных мотогонках. И в первую очередь этот шлем рассчитан на профессиональных спортсменов, на спортсменов-любителей и на всех людей, которые не мыслят свою жизнь без скорости и без быстрой езды на мотоцикле. Шлем выполнен из углеродного волокна, а это значит, что он не только круто выглядит, но и имеет относительно небольшой вес. Конкретно этот экземпляр весит 1310 грамм, что, в принципе, по меркам современных шлемов совсем немного. Капсула шлема выпускается в трех различных размерах, и благодаря внутренним подушечкам, который имеет различный размер, шлем доступен в размерах от 2XS до 2XL, то есть практически на любой размер головы. Естественно, чтобы добиться стабильности на высоких скоростях, конкретный шлем был неоднократно продут в аэродинамической трубе. Кроме этого, на затылочной части предусмотрен регулируемый спойлер, который при залегании на бак позволяет оптимально потоку воздуха облегать собственно корпус шлема. Внутренняя подкладка шлема выполнена из суперсовременного материала с использованием волокон углеродного волокна, который позволяет поддерживать внутри шлема стабильную температуру, активно поглощать пот и устраняет посторонние запахи. Интересно отметить, что внутренняя подкладка имеет сетчатую структуру. Именно благодаря ей внутри шлема происходит улучшенная циркуляция и отвод теплого воздуха. Кроме того, внутренняя подкладка съемная и отлично стирается. Как и большинство спортивных современных шлемов, X803 Ultra Carbon оснащен системой экстренного снятия при аварии. Для этого достаточно медицинским работникам или сотрудникам спасательных служб аккуратно потянуть за красные петельки, достать щеки, которые непосредственно прилегают к лицу пострадавшего, и аккуратно снять шлем. Фирменная вентиляционная система RAV включает в себя большой подбородочный воздухозаборник с регулировкой, аналогичный воздухозаборник на лбу, два регулируемых канала в верхней части, а также несколько каналов, которые позволяют теплому воздуху выдуваться из шлема. Одной из примечательных особенностей модели X803 является ее визор, который обеспечивает ультраширокий угол обзора. Естественно, производителям предусмотрена возможность установки линзы пинлок, предотвращающей запотевание, а также система быстрой замены визора с системой блокировки случайного открытия. Помимо вышеупомянутой линзы пинлок, в базовое оснащение шлема входит большой носовой дефлектор, который также предотвращает запотевание в холодную или влажную погоду. Наконец, поговорим об гоночной модификации шлема X803, модели X803.
RS Ultra Carbon. По большому счету, это все тот же шлем X803, только еще более адаптирован для использования на гоночном треке. В частности, в базовую комплектацию входит большой спойлер-рак, который должен еще больше улучшить стабильность на высоких скоростях. Кроме того, в базовое оснащение модели RS входит темно-зеленый визор, но поскольку у нас, для примера, выставлена модель Golden Edition, визор здесь имеет, ну, золотое напыление, скажем так. Кроме того, внутренняя часть шлема, а именно внутренняя подкладка, дополнена системой регулировки для точной подгонки по голове. Система LPC работает следующим образом. На внутренней части подкладки через всю ее длину проходит небольшая пластиковая лента с фиксированными положениями, которые можно изменять, затем установить фиксированную длину и тем самым изменить полноту внутри шлема. То есть идеально подогнать размер конкретно под вашу голову, под ваши объемы. Кстати, вернемся к нашему большому спойлеру. Нужно сказать, что он полностью съемный, и демонтировав его, вы увидите небольшой спойлер регулируемый, как на гражданской модели. И следует упомянуть, что этот большой прозрачный спойлер весит всего 20 грамм, что, в принципе, несущественно. Итак, друзья, если вы находитесь в поисках карбонового спортивного шлема, то модель X803 и ее модификация RS может стать неплохим вариантом от именитого бренда, особенно на фоне более дорогих конкурентов. Итак, друзья, на этом все. Мы прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что понравилось, не понравилось. Всем пока!